Специалисты Сарагашских районных сетей ТО «Онгтустекжарэктранзит» меняют прежние деревянные опоры на железобетонные. В селе Кызылжар обновили 0,4 киловольтные воздушные линии электропередачи протяженностью 3,5 километра. Мы установили 127 железобетонных опор. До этого здесь были изношенные деревянные столбы. Также заменили электропровода А16 на А35. В 3,5 километрах от населенного пункта Кызылжар установили дополнительные трансформаторы. Их мощность по 160 кВА. Энергетики говорят, после полной модернизации население будет обеспечено бесперебойной и качественной электроэнергией. Сельчане работой специалистов довольны. На нашей улице энергетики меняют деревянные опоры на новые и обновляют провода. Спасибо. В рамках инвестиционной программы, утвержденной компанией «Онгтустекжарэктранзит», на этот год в населенном пункте Малайкудук Сарагашского района прокладывают 35-киловольтные линии высокого напряжения. Их длина составляет более 11 километров. Кроме того, обновлена 10-киловольтная воздушная линия протяженностью 13 километров и 0,4-киловольтная линия на 26 километрах. Сеть СИП на более 7 километрах обеспечивает сельчан качественной электроэнергией. 16 КТП Австрия, Куаттара, Джалпстактар. Кроме того, были заменены 16 КТП, из них 9 со 160 на 250, 4 со 100 на 160. Работы ведутся в селе Кызылжар, Ташбулах, Жемсты, Дарбаза. В Сарагаше заменили одну ЛЭП на СИП, поменяли и 9 КТП. В целом в районе заменено 108 опор 35-киловольтных высоковольтных линий, 216 опор 10-киловольтных линий и 916 опор 0,4-киловольтных воздушных линий. Капитально отремонтирован 35-10 киловольтные подстанции «Капланбек» и «Тоболин» и 110-35-10 киловольтные подстанции «Полторацкая».